Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Мединформ», программа «Мы с Михаилом Кацаном», и я с удовольствием представляю вам моего сегодняшнего гостя, которого вы очень хорошо знаете, потому что это известный журналист на всем постсоветском пространстве Николай Карлович Сванидзе, и убежден, что вы наверняка ознакомились с его историческими хрониками, которые выходили и на телевидении, и в печатном виде. Но я, например, в свое время читал 2 тома вот этих исторических хроник, мне очень понравилось. Поэтому, пожалуйста, находите в книжных магазинах, в интернете. Это безумно интересно. Николай Карлович Сванидзе. Николай Карлович, здравствуйте. Добрый вечер, Михаил. Здравствуйте, дорогие друзья. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое, что согласились выйти в эфир «Мединформа». Николай Карлович, вы в 1977 году закончили исторический факультет Московского государственного университета, правильно? Было дело, да. Скажите, пожалуйста, вот для того, чтобы... То есть, если человек хочет реализоваться в журналистской профессии, ему обязательно нужно такое серьезное гуманитарное образование. Как вы считаете? Ну, вы знаете, не обязательно. Конечно, желательно гуманитарное, но не обязательно, потому что, скажем, Познер Владимир Владимирович, он биолог. Вот, скажем, Светлана Сорокина, прославленная в свое время телеведущая, замечательная красавица, она, у нее по образованию, она ландшафтный архитектор, поэтому тут все что угодно может быть. Я почему обратил внимание, задал вам этот вопрос, вы сейчас являетесь профессором и заведующим кафедрой журналистики в РГГУ. И я почему, собственно, задаю этот вопрос. Много факультетов готовят журналистов, но не кажется ли вам, что самые лучшие журналисты — это те, которые приходят в журналистику не с факультетов журналистики, а как раз с каких-то сторонних профессий? Вы знаете, это все по-разному бывает. Это вот, помните, замечательный фильм Германа по Симонову «20 дней без войны». Вот он спрашивает там барышня, он приехал на побывку в Ташкент, его спрашивает барышня, а правда, что когда боятся, что когда боишься на фронте, то курить хочется? Он говорит, вы знаете, говорит, это отдельно. Когда боишься, когда страшно, боюсь, а курить хочется, курю. Вот здесь все, бывают хорошие журналисты, по образованию журналистов, бывают по образованию историки, или биологи, или кто угодно. Все, что угодно может быть. Николай Карлович, вы в свое время возглавляли телеканал «Россия», тогда этот канал назывался телеканалом РТР, буквально год с 97 по 98. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, должно ли вообще государство иметь свое телевидение? Не должно, но может. Может иметь свое телевидение, но немного, я бы сказал, в ограниченном количестве, потому что если практически все телевидение государственное, или формально, или аффилировано с государством, то тогда оно, в общем, в значительной степени перестает быть правдивым, потому что оно защищает интересы государства, работает на него, немножко забывая об обществе. А государство и общество – это не одно и то же. Поэтому, может быть, один там, госканал, или пара госканалов, или 3 госканала, но большая часть каналов должны быть, конечно, частными, я в этом убежден. В 2000 году вы принимали участие в передаче «Глас народа», где напротив вас был Сергей Доренко, Евгений Киселев. Тогда, напомню, у Сергея Доренко уже был изгнан с ОРТ, у НТВ начались проблемы, и вы в той передаче говорили, собственно, о консолидированной позиции ОРТ и НТВ в 1997 году, когда было знаменитое дело «Связинвеста». Напомню, «Связинвест» — это аналог украинского телекома, и была борьба за этот актив со стороны 2 олигархов Бориса Березовского и Владимира Гусинского. Они не получили «Связинвест», поскольку конкурс был выигран другим конкурентам. В итоге началась так называемая борьба, и Гусинский, и Березовский, они устроили информационную кампанию против тогдашнего правительства. Скажите, Николай Карлович, вот ретроспективно, вот в 90-е годы государственное телевидение, оно было пропагандистским России, либо все-таки более-менее объективным? Нет, в 90-е годы оно не было пропагандистским. Это сложно было тогда пропагандировать. Это было просто не в духе времени,
Этого никто не ждал, никто бы не принял. Конечно, государственное телевидение выражало государственную позицию, но пропагандистским оно совершенно не было. Это я могу ручаться за это. Почему в 90-е годы все-таки вот и канал РТР не пошел вот по тому пути, по которому пошел первый канал? Напомню, все-таки ОРТ стал акционерным обществом. Часть акций была продана, и в частности Борису Березовскому. Почему канал РТР не пошел по тому же пути корпоратизации управления? Ну, потому что с самого начала было решено, что это будет именно государственный канал. И он не будет акционироваться, не будет передан в частные руки. Это было принципиальное решение. Николай Карлович. Которое принималось еще в 90-м году, когда он создавался. Николай Карлович, вот в 90-е годы журналистика российская, она прошла так, ряд этапов, и многие, говоря о, скажем, таком грехопадении российской журналистики и, ну, как бы ее перехода на такие вот пропагандистские рельсы, вспоминают 99-й год, когда Сергей Доренко, вот поддерживая Владимира Путина, он фактически информационно расстреливал Юрия Лужкова и Евгения Примакова. Но при этом забывают о 96-м годе, когда все журналисты практически консолидированно поддержали Бориса Ельцина на выборах и занимались тем же самым, то есть информационной пропагандой против Геннадия Зюганова. Как вы считаете, вот в 96-м году все-таки была ли ошибкой журналистов так единогласно поддержать Бориса Ельцина? Я считаю, что нет. Я нисколько не раскаиваюсь в своей позиции. Я в 96-м году тоже поддерживал Бориса Николаевича Ельцина, потому что я и многие мои коллеги, мы это делали не из-под палки и не за деньги. Мы это делали по зову совести. И мы просто представляли себе, что поскольку коммунисты – это партия тоталитарная, она приходит к власти демократически, но выборы, на которых она приходит, становятся последними. После этого выборов она уже не устраивает. Поэтому мы знали прекрасно, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, то свободной журналистики в России не будет. Поэтому мы не за страх, а за совесть помогали Борису Николаевичу Ельцину. Я нисколько в этом не раскаиваюсь. Но с другой стороны, если брать восточноевропейские государства, там же тоже в 90-е годы приходили левые к власти. Да, это были не коммунисты, это были социалисты. Но, по крайней мере, был создан некий прецедент смены власти. То же самое, кстати, было в Украине, когда Кравчук проиграл Кучме, был создан прецедент передачи власти. Может быть, если бы все-таки тогда победил другой кандидат, не Ельцин, в России тоже был бы прецедент смены власти? Не было бы никакого прецедента. Россия не Украина, и Россия не восточноевропейские страны. Я напомню вам, что Россия все-таки это был центр империи, это было сердце империи советской. И отношение к советскому прошлому в России совершенно другое, нежели в Украине или на Украине, как правильно говорит по-русски, или в других восточноевропейских странах, абсолютно другое. И коммунистическая партия России, руководство Геннадия Ильича Зюганова, это не социал-демократические партии Восточной Европы, это совершенно другое. Поэтому я повторяю еще раз, что я абсолютно убежден, что если бы тогда победил Зюганов, он бы остался у власти, тем более, что Россия – страна левая, коммунисты достаточно популярны, и у коммунистов хватило бы ресурсов практических, пропагандистских, исторических, каких угодно, чтобы больше выборов реальных не проводить. Они проводили бы выборы в то, что было в Советском Союзе. Я не беру то, что потом произошло у нас в России уже в 2000-е годы. Это отдельный разговор. Сейчас у нас тоже выборы, мягко говоря, оставляют желать лучшего по степени своей объективности и прозрачности и показательности. Но мы сейчас с вами обсуждаем 96-й год. Вот. Я повторяю еще раз, что я убежден, что тогда мы все делали правильно. В этом случае нас никто не заставлял помогать Ельцину, и меня никто не заставлял, я это делал сознательно и не раскаиваюсь. 96-й год считается неким водоразделом, после которого
А во власть в России пришли и олигархи, пришли бюрократы, вернулись силовики во власти, были оттеснены демократы. Как вы считаете, вот оттеснение демократов первой волны, которые когда-то составляли и демократическую Россию, потом выбор России, он был неизбежен? Вообще проигрыш демократов в России, он был неизбежен в те годы? Два разных вопроса. Значит, почти периодизация, я бы с вами поспорил. Это произошло не в 1996 году. Бюрократы стали возвращаться во власть уже в начале 90-х, а силовики вернулись во власть уже при Путине в 21 веке. 1996 год в этом смысле водоразделом не стал. Вот олигархи, да, олигархи, так сказать, в 1996 году были очень влиятельны, но не благодаря победе Ельцина на выборах, они и до того были влиятельны. И до 1996, и после 1996. Что касается вашего вопроса, связанного с тем, неизбежно ли было, боюсь, что неизбежно, да, потому что история России очень бедна демократическими традициями, к сожалению. Поэтому очень многие вещи, конечно, были, видимо, предопределены. Николай Карлович, вы в 90-е годы, кроме ваших изумительных исторических хроник, вы вот вели несколько телевизионных проектов, вы общались, интервьюировали представителей тогдашней партии власти. Это была партия «Наш дом и Россия», которую возглавлял Виктор Степанович Черномырдин, впоследствии ставший послом России в Украине. Вот в чем принципиальное отличие было «Нашего дома России» от партии «Единая Россия», на ваш взгляд? Принципиальное различие было в том, что она партии власти как раз не была. Она представляла власть, но не была партией власти. Она не составляла большинство в Думе, не могла принципиально повлиять на результаты голосования в Думе по таким важнейшим темам, как, скажем, принятие государственного бюджета. И на нее, в общем, не очень опирался даже и Борис Николаевич Ельцин, президент. Его возглавлял Виктор Степанович Черномырдин, который был очень влиятельным, сильным, ярким премьер-министром, но не президентом. А у президента партии своей как таковой не было. Что касается «Единой России», то это действительно партия власти. Это первое отличие. Второе отличие. «Наш дом Россия» была партия все-таки в значительной степени со своей идеологией. Это была идеология вполне себе либеральная, соответствующая идеологии власти того времени. Партия «Единая Россия» вообще не идеологична абсолютно. Ее идеология – это Путин Владимир Владимирович, просто. Вот сегодняшняя позиция Путина – это идеология партии «Единая Россия». Если он завтра изменит позицию, то позиция «Единой России» изменится вместе с позицией своего реального лидера. Формальным лидером считается Медведев, реальный, конечно, Путин. Поэтому это партия просто, которая создана для того, чтобы принимать решения. Она не несет никакой идеологической, мировоззренческой нагрузки. Николай Карлович, скажите, пожалуйста, почему вот либералы в России, они постоянно ссорятся и не могут никак консолидироваться? Ну, по разным причинам. Во-первых, либералам свойственно иметь свою точку зрения. Этим они отличаются от многих других, так сказать, идеологических субъектов. И свою точку зрения они не склонны отстаивать. Это первое. Второе. Что второе, честно говоря, я даже не знаю. Я думаю, что просто Россия страна настолько нелиберальная, что либералы, наверное, я думаю, я имею в виду либеральных вождей, либеральных идеологов, они каждый раз сталкиваясь с непониманием огромной массы населения, они просто не знают, что предпринять, и спорят между собой, как бы все-таки приручить. Как бы дать понять, что мы правы, что эти люди, которые врут так красиво и обещают сладкую жизнь, на самом деле воруют и убивают, они не правы, а правы мы, но нам не верят. И они начинают сталкиваться в боях и дискуссиях, что предпринять по этому поводу. Приятно так, я это как-то так немножко романтично это пересказал, но другого варианта у меня нет. Ну вот смотрите, вы говорите, что Россия не либеральная страна, я с вами согласен, но
А с другой стороны, либеральные партии когда-то в России были представлены в Государственной Думе. Мы говорили о выборе России. В 99 году были избраны две партии в Госдуму. Это «Яблоко» и «Союз правых сил». Суммарно они набирали около 10%. Ведь эти 10% либерально настроенных жителей России, они никуда не исчезли. Так почему же все-таки они не голосуют ни за один либеральный проект, и в принципе за это время ни один либеральный проект так и не смог сформироваться? Во-первых, я не исключаю, что они численно уменьшились. Кто-то уехал, кто-то стал голосовать за «Единую Россию», потому что она более эффективна как партия власти. А либералы не проходят в Думу, что за них голосовать. Кто-то вообще перестал ходить на выборы, разочаровавшись в политической избирательной системе. Я думаю, поэтому либералы не попадают в Думу. Кроме того, есть такое понятие, как административный ресурс. Нынешняя российская власть либералам не сочувствует, либералам не помогает, а напротив, в общем, по возможности ставит им по мелкому и по крупному палку в колеса. Я имею в виду на выборах. Николай Карлович, сегодня Илья Яшин, один из таких видных оппозиционеров в России, он опубликовал пост на Фейсбуке. По стилистике я с этим постом не согласен, потому что он там затрагивает здоровье Валентина Юмашева, которого вы очень хорошо знаете, это зять покойного Бориса Николаевича Ельцина, супруг Татьяны Дьяченко. Он просто там, ну, как бы раскрывает, скажем, медицинский диагноз, который поставлен Валентину Юмашеву, и считает, что это некорректно. Но суть этого поста в том, что он апеллирует к Юмашеву и призывает его высказаться, поскольку считает его виновником прихода к власти Путина, мол, он наушничал, и он нашептал Борису Николаевичу фамилию Путин в 99 году. А так ли это, и прав ли Яшин, говоря о Юмашеве, как о человеке, который сыграл какую-то ключевую роль в выборе преемника в 99 году? Я не читал Илью Яшина, я к нему отношусь с уважением. К Валентину Юмашеву я также отношусь с уважением. Слово «научничал» в русском языке имеет немножко иной смысл. «Научничал» значит «доносил». Конечно, я не думаю, что Илья Яшин подозревает Юмашева, что он на кого-то доносил. Не доносил, а рекомендовал, вот, активно рекомендовал. Рекомендовал, да. Просто вот слово «наушничал» меня резануло. Рекомендовал, да, я думаю, что рекомендовал, потому что Валентин Борисович Юмашев был руководителем администрации президента тогда. Поэтому, наверное, он сыграл свою роль в назначении Путина, несомненно. Ну что ж теперь делать-то? Сыграл. Тогда, понимаете, каждый политик и каждое политическое событие должно восприниматься в контексте своего времени. Когда Путин пришел к власти, он не был тем Путиным, которого мы знаем сейчас. Он был питерским политиком молодым, соратником Собчака. Именно так воспринимался. Он сыграл свою роль очень такую благородную, мужественную в истории с прокурором Скуратовым. Когда многие предали Ельцина, он его не предал. Это первое. Второе. Противостояла тогда сила очень большая, коалиционная, очень такая влиятельная и, в общем, так последовательно идущая к власти под предводительством двух очень сильных, влиятельных политиков, популярнейших тогда. Юрия Михайловича Лужкова и Евгения Максимовича Примакова. И консерватива, которая была, несомненно, консервативной, жесткой. И Путин был избран для того, чтобы противостоять этой силе. И вот это сделал эффективно. Вот поэтому в контексте вот всего этого я бы не осуждал Юмашева за этот выбор. Николай Карлович, скажите, пожалуйста, вот тогда, в 99 году, ведь было известно и о докладе Марии Салье, это депутата Заксобрания Санкт-Петербурга в начале 90-х годов, которая готовила специальный доклад в отношении тех коррупционных схем, которые были со стороны Комитета внешних связей, который курировал, собственно, Владимир Путин, и она опубликовала этот доклад. Также было известно и там прошлое Владимира Путина как, скажем, сотрудника Комитета государственной безопасности. Вот эти вот все факты, они не смущали, скажем,
я не говорю всю страну, но, по крайней мере, интеллигенцию, которая является наиболее пассионарной частью страны? Ну, это кого-то смущали, несомненно, кого-то нет. Вот меня не смущали. Я, наверное, себя тоже вправе отнести к части интеллигенции. И, в общем, я был не самым неинформированным человеком в то время, мягко говоря. Тем не менее, о докладе Марины Салей я не знал. О том, что Владимир Владимирович Путин был сотрудником КГБ, я, естественно, знал. Но что значит сотрудником КГБ? Он был разведчиком. А разведка – это особый, так сказать, особый департамент в Комитете государственной безопасности. Я знал многих разведчиков, они были интеллигентнейшие, либеральные люди. Поэтому сама по себе его принадлежность к разведке внешней, она меня нисколько не смущала. Поэтому я думаю, что, конечно, были люди, которые морщились, но я повторяю, что это была серьезная борьба за власть, и морщились далеко не все. Николай Карлович, вот я снова сошлюсь к тому, к той передаче «Глас народа», которую вела Светлана Сорокина, и где вы были с Сергеем Дыренко и Евгением Киселевым. Мне показалось, судя по вашему настроению, что вы, как бы, вы во многом поддерживали Путина и поддерживали в тот момент Путина в отношении политики по НТВ и каналу РТ. И мне кажется, на первом этапе вы как бы поддержали вот его как бы государствоведческую политику, которую проводил господин Путин. Я прав? Значит, тут давайте не путать две даты. У РТ и НТВ были вместе в 96-м году. Нет, я говорю про 2000-е. Я говорю про 2000-е. Да. Я говорю про 2000-й год. А в 2000 году у РТ был против НТВ. Они нет, в 2000-м, а в 2000-м году. Березовский был против Гусинского. Это правда, но в 2000 году, после Курска, мы говорим о событиях после Курска, когда Сергея Доренко за его передачу выкинули из эфира, он пришел в студию НТВ. Это был именно Доренко. Это был не ОРТ в оппозиции, это был именно Сергей Доренко в оппозиции. К власти, да. Нет, значит, что касается позиции Путина, тогда это меня устраивало. Я помогал Путину во время выборов, когда он стал премьер-министром, потом пошел в президенты, был выдвинут Борисом Николаевичем Ельциным в президенты. Я тогда помогал Путину, да, именно по той причине, которую я вам только что сказал. Я не хотел прихода к власти Лужкова и Примакова, хотя уважал их обоих лично, очень уважал, особенно Примакова и Евгения Максимовича. Вот. Но, тем не менее, этот дуэт у власти мне казался очень опасным для страны и абсолютно нелиберальным. А Путин, как питерский человек, сподвижник Собчака и выдвиженец Ельцина, мне казался человеком совершенно противоположным. Ну, разведчик, я ему помогал. Что касается той ситуации, которую вы вспомнили, ну, Курск – это трагедия. Трагедия, бывает, что теперь делать. Ситуация с НТВ, я занимал двоякую позицию, ну, в общем, я тогда, может быть, ошибочно, наверное, но я не протестовал против такого изменения в НТВ. Я же не знал, что будет дальше. НТВ, главе с Владимиром Гусинским, очень жесткую позицию занимали в последние годы 90-х. Они палили по власти. Они участвовали в том, что мы с вами вспоминали, в информационной войне 96-го года. И свалили фактически вместе с Гусинским, вместе с Березовским, свалили правительство молодых реформаторов во главе с Немцовым и Чубайсом. Очень перспективное правительство. Они фактически шантажировали правительство и, в общем, в значительной степени заслужили свою участь. Вели себя, в общем-то, достаточно высокомерно и самонадеянно. Они мне не нравились. Мне нравился их талант, их очень высокое качество их подачи информации, но их позиция политическая, она мне не нравилась, поэтому я, в общем, ничего страшного не видел, что их тогда окоротили. Но я не знал, что это было начало того, что окоротят вообще все телевидение России. Никто тогда не знал, во что превратится российское информационное пространство, во что превратится вся площадка российского телевидения вообще во что превратится российское политическое пространство. Этого тогда знать не мог никто. И я тоже не мог знать. Поэтому вы правильно определили тогдашнюю мою позицию. Да, она была именно такой.
Николай Карлович, вот помните ли вы какую-то точку, после которой вы поняли, что Россия идет не в том направлении, и политика, стилистика Путина, она поменялась? И все-таки первые 4 года, это были годы там, премьер-министра Касьянова, были какие-то либеральные рыночные реформы в России, даже несмотря там, на закрытие НТВ. Вот как, была какая-то точка, когда вы поняли, что все, это возврат в Советский Союз? Вы знаете, я сам себе задавал этот вопрос. Одной точки не было. Было несколько таких реперных точек. Первая точка, пожалуй, была принятие гимна Советского Союза на смену гимна Глинки. Принятие вот этого Михалковского гимна. Но я тогда как пел Высоцкий, но внимания тогда не обратили. Внимания не обратили, но мне это запомнилось, тем не менее. Потому что я никогда не был сторонником гимна Советского Союза. Но я считал, что это как бы дань со стороны Путина, дань консерваторам, чтобы в конце концов, какая разница, какая музыка будет играть, главное, как будет выглядеть страна. Я считал, что он таким образом хочет как бы притупить бдительность наших консерваторов, чтобы заниматься реформами. Я ошибался. Следующая точка была посадка Михаила Борисовича Ходорковского. Это тоже было, кстати, первые 4 года. Тоже был уже очень серьезный звоночек, очень серьезный, который мне уже совсем не понравился. И оправдания этому я для себя не нашел. И, пожалуй, вот если говорить о какой-то одной точке, то, пожалуй, эта точка была самой решающей из нескольких. А дальше уже пошло. Мюнхенская речь, так сказать, кадровые решения, политические решения и так далее. Николай Карлович, вот сейчас все смотрят на Алексея Навального и, на мой взгляд, ошибочно считают, что Алексей Навальный может повлиять на ситуацию в России, даже прийти к власти, вообще произвести какую-то революцию в России. Но, на мой взгляд, Россия такая страна, где революция снизу, она невозможна. Возможно, только революция сверху. Например, 17-й год, если бы Николай II не подписал отречение, совершенно незаконное отречение за своего сына, власть бы все равно, возможно, бы так не развалилась. А потом 85-90 это Горбачев, где Горбачев фактически повел революцию сверху и сам оказался под обломками КПСС и Советского Союза. Вот имея вот этот опыт за плечами, согласны ли вы со мной, что в России возможно только революция сверху? Нет, не согласен. Я бы с вами мог поспорить, мы сейчас просто не будем с вами удаляться в исторические сюжеты, но я бы с вами поспорил и по 17-му году, и по 91-му. Вот, у меня совершенно другая позиция по этому поводу. Я этой проблематикой занимался активно, как вы знаете. И у меня другая позиция. Я думаю, что были возможны какие-то варианты и в 17-м году, и в 91-м, но не те, которые вы имеете в виду. Что касается нынешней ситуации, то возможно и то, и то. И сверху, и снизу. Все может быть. И Навальный может прийти к власти, а может и не прийти. Прогнозы задавать сложно. Но сказать, что что-то вот в принципе, невозможно, я бы так не сказал. Возможно все. Ну вот смотрите, Николай Карлович, вот в воскресенье прилетел Алексей Навальный после 6 месяцев пребывания в Германии, после отравления, которое в результате расследования было выяснено, что это сделали сотрудники Федеральной службы безопасности. Понятно, что тут без Путина не обошлось. И казалось бы, вот летит Навальный. Но все равно около там, 1000 человек пришло в аэропорт Внуково встречать Навального. Да, понятно, в России страшно выходить, потому что люди боятся власти, силовиков и так далее, и так далее. Но, как мне кажется, что в России сейчас, тем не менее, нет энергетики протеста. Потому что как бы жестока ни была власть, если бы энергетика протеста была, тогда бы не 1000 человек пришла поддержать Навального, а там 10 тысяч человек. Я с вами согласен. Там их пришло, по-моему, 2000, но это не важно. Ну, по сути, вы правы. Я думаю, что сейчас энергетики протеста такого физического, харизматичного, по-настоящему последовательного. Сейчас такой энергетики нет. Другой вопрос, что она может появиться в ближайшем будущем. Россия в этом смысле страна непредсказуемая. И изменения в настроении общества происходят очень резко, крайне резко происходят. Если брать, кстати, тот же прошлый век, который мы с вами вспомнили, да, то, скажем, в 1914 году
не было человека в начале, когда Россия вступала в Первую мировую войну, не было в России человека более популярного, чем государь-император Николай II. Он был популярнейшей политической фигурой. Если бы тогда измеряли рейтинги, рейтинг бы у него был, как у Путина после Крыма, а то и выше. Но вот прошло 3 года, и он никому стал не нужен. Его сдали все, его ближайшее окружение, и руководство армии, все на свете. Поэтому, кстати, я с вами и поспорил насчет того, что если бы он там не отрекся, то было бы по-другому. Все было бы то же самое. Да, но... не было ресурсов. Не было ресурсов защищать свою власть. Поэтому все меняется очень быстро в России. Я думаю, что сейчас энергетики нет, а через месяц-два мы не знаем, что будет. Не знаем. Я не могу прогнозировать здесь сейчас ситуацию больше, чем на 1-2 недели. Да, но Николай Карлович, все-таки у Николая II действительно упала популярность по сравнению с 2014 годом, но тогда была война, опустошительная война, которую Россия проигрывала. Естественно, во время войны всегда возникают теории заговора, и теории заговора, они как бы подстрекали людей к бунту против царской фамилии. Но сейчас же нету такого внешнего фактора, который мог бы подорвать легитимность Путина внутри страны. Во-первых, к 2017 году страна войны уже не проигрывала. Проигрывала войну Германия, Антанте, в состав которой фактически входила и Россия. Война уже к тому времени шла к своему естественному завершению и завершилась вскоре разгромом Германии, ее поражением. Во-вторых, сейчас войны нет. Но сейчас есть фактическая полу или на 2/3 изоляция России от всего мира. Есть холодная война, реальная. Вторая ее, так сказать, холодная война 2, ситуация, в которой Россия отделена от мировых технологий, от мировых ресурсов, от всех мировых ништяков, как сейчас принято говорить. И это, конечно, влияет на внутреннее настроение, потому что это мешает России развиваться, особенно мешает на фоне пандемии, когда весь мир, победив пандемию, рванет вверх, России будет это крайне сложно делать. В одиночестве. И вот тогда, может быть, еще и раньше состояние может измениться, резко измениться. Николай Карлович, вот в 2014 году все помнят, как Россия аннексировала Крым, нарушив там и большой договор, который был между нашими странами 1997 года и международные обязательства. И тогда Путин, естественно, внутри страны получил огромный кредит доверия, который позволил избраться ему еще на 2 срока на пост президента России. Но понятно, что в тот момент фактически Россия потеряла Украину как партнера. И здесь резко ужесточились отношения, в Украине ужесточилось отношение к Российской Федерации. И в долгосрочной перспективе, мне кажется, Россия проиграла, безусловно проиграла. Вот почему все-таки, вот на ваш взгляд, первое, Россия решилась на аннексию Крыма, и, а второе, почему Россия, на ваш взгляд, за прошедшие 30 лет растеряла всех союзников по бывшему постсоветскому пространству, разве только единственная Белоруссия осталась, и то это такой себе союзник, очень дорогой союзник. Ну, это произошло, пожалуй, не в последние 30 лет, а в последние 20. И произошло это по причинам, наверное, и объективного, и субъективного порядка. Объективного связано с тем, что все бывшие республики Советского Союза и страны, входившие в состав Российской империи в широком смысле, то есть ее союзники по Варшавскому договору, по так называемому социалистическому лагерю, после развала, после слома Берлинской стены, развала Советского Союза, развала всей социалистической империи, рванули в разные стороны, рванули от центра, от Москвы. Началось такое вот центробежное движение, которое остановить было сложно, потому что диктат Москвы, диктат Коммунистической партии Советского Союза надоел всем настолько, настолько всех достал, что нужно было проявлять просто чудеса дипломатичности, чтобы остановить этот центробежный бег, центробежный ход. В 90-е годы это удавалось сделать. После 90-х, когда пришел Владимир Владимирович Путин с другой концепцией
международной политики, с другими взглядами на мир, очень жесткими, в значительной степени коммунистическими, очень силовыми. Он это движение только ускорил такой, посредством такой позиции. Все побежали, побежали в стороны, испугавшись того, что будет повтор Советского Союза, повтор советской агрессии, снова попытки взять под свой контроль соседние маленькие страны, маленькие, не очень маленькие, такие как Украина. Все побежали в сторону Запада, в сторону НАТО. Просто стали стучаться в двери НАТО, как заяц в барабан, и кричать: «Помогите нам, возьмите нас под свое крыло, защитите нас от этого здоровенного гиганта, который за нами гонится». И с этого, собственно, началось движение НАТО к российским границам. Поэтому вот, я думаю, основная причина. Вторая причина, более такая идеологическая, это взгляд на историю, который, о чем я сегодня начал говорить, который разный в Советском Союзе и в странах Восточной Европы, и бывших республиках СССР. Потому что для советских бывших людей-россиян воспоминания о Советском Союзе греющие, теплые. Потому что мы были главные, нам приятно это вспомнить. Я не себя беру лично. Я беру очень большую часть моих сограждан. Мы были главные, мы были хорошие, мы были большие. И кажется, что мы были белые пушистые, все нас любили. Но, как вы знаете, далеко-далеко это было не так. Любили далеко не все, и далеко не всем хотелось быть младшими братьями. Поэтому это вторая причина вот этого развала всей системы вокруг российских союзников. Но главное, конечно, я повторяю еще раз, это позиция российского руководства, на мой взгляд. Что касается Украины, то вы говорите решение России. Это было не решение России, это было решение российского начальства. Прежде всего, это было решение лично президента Путина, который, видимо, взвесив, я надеюсь, что взвесив все за и против, он решил, что взять Крым выгоднее, чем его не брать. Он решил, что стерпится, слюбится, так сказать, в отношении всей Европы, покритикуют, покричат, порут и перестанут, а Крым останется нашим, а рейтинговые здесь выигрыши будут велики, здесь он оказался прав. Только сейчас, в последнее время, растаял вот этот крымский консенсус. А так все эти годы он просто был на такой крымской подушке крымского одобрения. Поэтому здесь, в этом смысле, он оказался прав. А в смысле потери Украины, конечно, он этого не просчитал. И в смысле того, что мир этого не простил и даже не принял, в том числе ближайшие союзники, в том числе даже та же Белоруссия. Тот же Лукашенко этого не принял. Здесь он оказался не прав. Либо не просчитал, либо просто не стал считать, либо это был неправильный расчет. То есть тактические выигрыши оказались налицо, стратегические это оказалось, в общем, на мой взгляд, ход ложный. Николай Карлович, в 2015 году, в феврале, в конце февраля 2015 года был убит Борис Ефимович Немцов. И я помню, что вы были одним из первых, кто опубликовал и кто вышел в эфир с как бы воспоминанием об ушедшем Борисе Ефимовиче Немцове. И вообще, я помню вот тот ужас, который сквозил у вас в голосе от этой новости. Вот могли ли вы себе предположить, что практика политических убийств, она, ну, в принципе, станет нормой? Ну, Борис Ефимович был не первый убитый человек, погибший, имевший отношение к политике. Но, конечно, это было произвело на меня действительно тогда шокирующее впечатление, не только на меня. Я, конечно, уже в это время уже мог себе представить, что режим очень сильно меняется, и в какую сторону он меняется. Но он продолжал меняться теми же темпами. Конечно, мы не можем себе представить всегда, что будет завтра, когда вот режим как маятник качается в каком-то направлении, в данном случае направлении таком авторитарно-консервативном, я бы сказал, реакционном, я бы сказал, силовом. Вот, и я бы употребил даже, может быть, более жесткие выражения, если бы вы были российским журналистом, а сейчас мне как бы этика журналистская не позволяет, поскольку вы, с вашего позволения, иностранец. Вот, поэтому как бы я наиболее жесткие выражения я в оценках нашей действительности оставляю для российской аудитории.
Скажите, Николай Карлович, вот фигура Алексея Навального, вот понятно, что сейчас вообще бесполезно говорить о каких-то его политических перспективах, пока российский режим, он вот тверд, и тверд как металл, и нету никакого брожения, по крайней мере визуально мы не видим никакого брожения. Но зная Алексея Навального, вот как вы считаете, он в принципе обладает качествами, которые в рамках демократической системы позволили ему избраться президентом России и быть хорошим президентом как внутри, так и вовне страны? Ой, вы знаете, это сложный вопрос, он не имеет ответа. Что он может быть президентом, да, несомненно. Он умный, жесткий, с хорошей реакцией, с хорошей такой интеллектуальной лоббильностью человек, собранный, мужественный. То есть все данные для того, чтобы стать лидером, у него есть, несомненно. Он уже лидер оппозиции однозначно. Он проявил себя очень мужественно в последние месяцы. И сейчас он по масштабу своей фигуры, по восприятию его в стране и в мире, он, конечно, несопоставим с тем, что было еще там полгода назад. Год назад, скажем так. Но как будет он хорошим президентом, это я вам сказать не могу. Это сказать не может никто никогда заранее. Хорошим, плохим, это я не знаю. Президентом стать может, а хорошим, плохим, это я вам сказать не могу. Никто не скажет. Николай Карлович, скажите, а вообще вот не смущает ли там интеллигенцию в России, назовем так, думающих людей в России, то, что при всем уважении к Алексею Навальному, он действительно очень храбрый человек, очень динамичный человек, пассионарный человек, но у него, по крайней мере, он не высказывает программу развития страны. То есть он ограничивается общими фразами. Я смотрел его интервью, которое он давал Сергею Маратовичу Гуриеву, бывшему руководителю РЭШ, Российской экономической школы, который сейчас преподает Сианс По в Париже. Так в этом интервью Алексей Навальный ограничивался общими фразами, и там не было конкретики. Ну, послушайте, никакой политик, борясь за власть и критикуя нынешнюю власть, не будет слишком конкретно определять свою программу, потому что этим он оттолкнет часть своих потенциальных сторонников. Зачем же ему это делать? Как раз выгодно критиковать, но негатив программный, но не выгоден позитив. Потому что позитив всегда определен, а значит, кому-то он понравится, а кому-то нет. Поэтому здесь как раз Навальный поступает абсолютно правильно. Когда будет время, если оно будет, он, так сказать, по-видимому, скажет, что он хочет сделать. А сейчас, если он это скажет, он отпугнет часть своего потенциального электората. Ему это совершенно ни к чему. Николай Карлович, я хотел бы с вами немного поговорить о журналистике в России. Вот сейчас я даже не беру там отношение российских журналистов к Украине. Понятно, что там провластные журналисты в России, они отрицательно относятся к Украине. И, я думаю, не следовало бы ожидать другого, учитывая настроение там путинского режима. Но вот приехал Алексей Навальный в Россию, его тут же арестовали. Посадили человека на 30 суток после страшного отравления. И тут я слушаю отдельные эфиры российских журналистов, в том числе с телеканала «Россия-1», которые, глумятся, коверкают немецкий язык, пытаются изобразить Навального в виде немецкого шпиона. И неужели это вот все пользуется спросом? И почему те журналисты, которые, в 2000 году защищали свободу слова и телеканал НТВ, сейчас служат просто такими штатными пропагандистами? Вы знаете, я не готов сейчас, так сказать, кого-то конкретно критиковать. В целом, я поэтому не называю фамилии, вот в целом. В целом, судьба людей меняется. Меняются люди разные. Кто-то идет на службу к режиму, который правит, который платит тебе деньги. Кто-то остается нейтральным, кто-то стоит в оппозицию. Люди же разные. Так бывает при всех авторитарных режимах. Так было в Германии, так было в Советском Союзе, так сейчас в России. Очень велик соблазн стать провластным журналистом. Он очень велик. Мы это с вами понимаем. Мы взрослые люди, профессиональные журналисты, мы понимаем, как велик этот соблазн. Выступать в эфире с большим рейтингом государственного канала, иметь большую аудиторию,
иметь людей, которые тебе звонят, благодарят, кланяются при встрече, нравится начальству, получать и непосредственно высокому, получать хорошую зарплату, быть уверенным в завтрашнем. Но это же приятно все. Можно себя уговорить, там, что ты говоришь то, что думаешь. Если ты не говоришь то, что думаешь, то можно начать думать то, что ты говоришь. Вероятность тоже всегда есть. Вот. Ну и таких людей очень много, таких людей большинство. Мы все живые люди. Я здесь никого не осуждаю и никого не собираюсь ни ругать, ни критиковать, ни презирать. И никого не зову на подвиг. Я всегда говорю своим журналистам, я, как вы знаете, вы уже меня представили в этом качестве, профессор журфака, даже руковожу институтом масс-медиа в РГГУ. Я никогда не зову студентов-журналистов на подвиг. На подвиги готовы только герои. И призывать к подвигам нельзя, нужно показывать только собственный пример. Поэтому кто способен на подвиг, тот идет на подвиг, кто не способен, тот служит. Это всегда так было, с тех пор, как наши предки спустились с деревьев. Ничего нового. Николай Карлович, впереди выборы в Государственную Думу в этом 21-м году, и опять общество разделилось на, то есть не общество, а интеллигенция, да, думающие люди, вот как мы уже здесь проговорили. Нужно ли идти на голосование и нужно ли поддерживать ту модель умного голосования, которую предлагает Алексей Навальный, которая позволяет хотя бы отдельным людям прорваться все-таки, ну, например, в Мосгордуму позволила независимым депутатам туда прорваться. Вот в данном случае речь идет о Государственной Думе. А понятно, что эти люди, они не сделают погоду, они не смогут, ну, задавать какой-то тренд, и все равно у Путина власти будет большинство. Да, но участвуя в этих выборах, как бы оппозиция легитимирует все то, что называется в России выборами. Так вот, все-таки, на ваш взгляд, нужно ли участвовать даже в таких выборах? Знаете, я не могу сказать, что нужно делать кому. Я никому не даю советов такого рода. Но я сам на выборы хожу. А вот, скажем, моя жена на выборы не ходит. Я ее не агитирую, она меня тоже не агитирует. Потому что она считает, что вот как раз то, что вы сейчас сказали, что на выборы ходить не нужно. А я считаю, что мне ходить нужно, потому что я все-таки политический журналист. Если я буду при этом демонстрировать такой абсентеизм, не ходить на выборы, то мне будет, в общем, сложно говорить потом о политической системе. Потому что меня спросят внуки: дедушка, а ты, собственно, что сам делал в это время? Ты сидел дома? Ты не голосовал, ты даже свой один голос не отдал за того человека, которого ты считал нужным продвинуть во власть. А что ты сидел дома-то? Вот поэтому я считаю, что я должен ходить на выборы и голосовать за того человека, который мне нравится. Если мне никто не нравится, перечеркивать избирательный бюллетень. Но ходить я считаю своим долгом. Это не значит, что я прав. Я говорю только о себе самом. Хорошо, себе. Николай Карлович. Что касается умного голосования... Я не вполне здесь согласен с Алексеем Навальным. Я считаю, что в этом есть свой резон. Но я не могу голосовать за человека только потому, что он против Путина. А если он сталинист, я не буду за него голосовать. То есть вы в данном случае как бы не поддерживаете идею голосовать за любого, кроме представителя «Единой России», правильно? Нет, я ее лично не поддерживаю. Я считаю, для меня важно все-таки не только за он Путина или против Путина. Но для меня важно его лицо. Николай Карлович, огромное спасибо, что согласились дать интервью. Вот честно, для меня это большая честь взять его с интервью как у профессионала, как у историка, как у просто человека с большой буквы. Спасибо вам большое за интервью. Я очень надеюсь, что вы в дальнейшем будете, я знаю, что вы очень занятый человек, но иногда хотя бы давать интервью там нашей телекомпании. Спасибо, что были с нами вот в этом часе. Спасибо большое. Спасибо большое вам за приглашение. Приглашайте. Вы задавали интересные вопросы, мне было интересно. Спасибо большое, Николай Карлович. До свидания, счастливо. Напомню, что с нами был Николай Карлович Сванидзе, известный российский журналист, историк, заведующий кафедрой журналистики в РГГУ. Спасибо, что были с нами на Медиаинформе.